Програма виходить за підтримки фірми «Мегатранс», офіційного імпортера автомобілів «Самант». Страховий партнер програми «Бардачок» – Харківська муніципальна страхова компанія. Ми повертаємо витрачені гроші. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок». И на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. Сегодняшний выпуск будет посвящен моему недавнему путешествию. Всего получилось порядка 20 тысяч километров. Разумеется, львиная доля из этого расстояния пришлась на перелеты, но и по земле поколесить довелось. А побывал я на острове Вечного Лета, на Шри-Ланке. Шри-Ланка встретила 30-градусной влажной духотой. Переход из нашей слякотного гноября в июльскую жару впечатлил в первую очередь оптику камеры. Запотела напрочь. Но работающий в автобусе кондиционер быстренько привел ее в чувство, и началось знакомство с благодатной землей. Именно так переводится название Шри-Ланка с сингальского языка. Первый шок для украинского автомобилиста – левостороннее движение. Здесь все ездят по встречке. Оказалось, не так-то просто задушить вбитые с детства рефлексы. То и дело порывался помочь водителю советом взять правее. Левостороннее движение на острове – наследие колониального прошлого. Кто только не пытался навечно завладеть этим богатым краем. Еще в незапамятные времена на Сингальское королевство нападали индийские войска. В 16 веке побережье захватили португальцы, в 17 их вытеснили голландцы, а в самом конце 18 века пришли англичане. Они хозяйничали на Цейлоне, так тогда назывался остров, аж до 1948 года. Вот от Британской империи и осталось на память левостороннее движение. Но не только. В архитектуре также прослеживается колониальный стиль. Многие дороги проложены также англичанами, ну и английский язык обязательно изучается в школах. А Шри-Ланка, хоть давно и независимое государство, сохраняет хорошие отношения со всеми странами британского содружества. Кстати, в дни моего пребывания на острове как раз проходил международный саммит этого самого содружества. Поэтому на улицах столицы множество флагов и, конечно же, полиции. Во время поездок по Коломбо и окрестностям полицейская форма мелькала в кадре очень часто. Однако отличить тех стражей правопорядка, которые занимаются именно дорожным движением, оказалось просто. Белые краги, надетые поверх мундира, и световозвращатели на ладонях. Это и есть местные регулировщики. Правда, жесты их нашим водителям вряд ли сразу будут понятны, но со временем разобраться можно. На оживленных улицах полицейские чаще всего контролируют пешеходные переходы. Ланкийские водители, как и наши, отнюдь не горят желанием пропускать пешеходов. Вот их и воспитывают. Кстати, штрафы здесь не маленькие. Начинаются от 1100 рупий. Столько придется выложить за неправильный обгон или превышение скорости. Опасное вождение карается суммой существеннее – от 3 до 10 тысяч. А за управление в нетрезвом состоянии – лишение прав на год. Курс местной валюты около 130 рупий за доллар, при средней зарплате 25 тысяч рупий. Очень чувствительные штрафы для бюджета выходят. Я продолжаю рассказ о путешествии по Шри-Ланке. Первый город, который довелось увидеть – деловая столица острова – Коломбо. Город протянулся узкой полосой вдоль берега океана и представляет собой удивительный коктейль из культур, религий, времен и народов. Здесь современные кварталы соседствуют с особняками в колониальном стиле, древние храмы с роскошными отелями, правительственные учреждения с прекрасными парками. Как раз рядышком с одним таких живописных мест и проходил международный туристический форум. Здесь собрались представители туристической индустрии Украины, владельцы гостиниц и всевозможных мест для отдыха Шри-Ланки. Ну и мой прикид по этому же поводу. Ведь реклама работает в обе стороны. Уверен, после общения с ланкийскими коллегами наши туроператоры будут все чаще предлагать клиентам отдохнуть на острове. А пока продолжу знакомство с Коломбо. В этом городе самые широкие дороги в Шри-Ланке. Остальные районы редко могут похвастать двух- или трехрядным движением. Типичная дорога по одной полосе в каждую сторону и общая ширина не больше 6 метров. Неудивительно, что быстро ездить по таким трассам не получается. То и дело упираешься в медленно ползущий грузовик или трактор. Вот почему значительную долю в автопарке страны составляют трехколесные транспортные средства, именуемые туристами тук-тук. Как правило, такое чудо делается в Индии и широко используется в качестве такси. Табличка на крыше свидетельствует о легальности перевозки и даже счетчик имеется. Стоимость 1 километра – 60 рупий. Чуть меньше 4 гривен по-нашему, не так уж и дешево. Аппетит владельцев объясняется просто. Новый тук-тук стоит около 3000 долларов. И по карману далеко не каждому.
Для местных жителей альтернатив немного. Из общественного транспорта в городе присутствуют только автобусы. Между городами еще курсируют поезда, но это уже вне рамок моей программы, а вот местные маршрутки. По сравнению с их водителями, наши перевозчики – венец аккуратности и законопослушания. Здоровенные автобусы «Ашок Лейленд» носятся по дорогам, как угорелые, невзирая на погоду и время суток. Если за городом для обычных автобусов скорость ограничена 60 км в час, то эти шпарят порой под сотню. Обгоны и подрезания – обычное дело. И что интересно, за 10 дней моего пребывания на Шри-Ланке не видел ни одной аварии. Как это у них получается, не понимаю. Кстати, проезд в автобусе без кондиционера стоит здесь 9 рупий, примерно 50 наших копеек. Если есть кондишн, вдвое дороже. По словам тех, кто это удовольствие испытал на себе, переплачивать смысла нет. Открытые окна отлично справляются с задачей вентиляции. Оплату принимает кондуктор, не сходящий со своего места даже на трассе, так и ездит на подножке. Я снова продолжаю рассказ о путешествии по Шри-Ланке. В этот раз хочу уделить внимание местным дорогам и правилам. Как уже отмечалось, дороги на острове узкие. Их расширению препятствует частная собственность на землю, находящаяся у дорог. В городах постепенно эту проблему решают. Государство компенсирует собственникам убытки и попросту сносит придорожные постройки. Нередко можно видеть следы разрушений в таких местах. Ну а вне городской черты на дороге пока не хватает средств. И тем не менее существует государственная программа, предусматривающая развитие дорожной сети в соответствии с мировыми стандартами. Вблизи столицы и крупных городов идет интенсивное строительство, прокладывают новые трассы, расширяют старые. На таких обновленных магистралях местные правила допускают движение легковых авто со скоростью 100 км в час. Как говорят местные водители, даже за 130 не наказывают. Дорожные знаки столь же типичны для бывших английских колоний, как и левостороннее движение. Разобраться в них не составит труда. И если левостороннее движение не смущает, то лучшим способом путешествия по острову будет именно путешествие на авто. Если приезжают туристы, которые их везет по программе, которые им может нравиться, может не нравиться, может где-то лучше, но они этого не увидят. А когда автомобильные туристы, они выбирают сами свой маршрут. Они выбирают, где им нравится, где они хотят посмотреть, что хотят посмотреть. И самое главное, когда здесь едет Украина, очень редко используют сигнал. И здесь надо смело его использовать, чтобы давать, я еду, освободи меня дорогу. В местном дорожном движении, на удивление, порядка оказалось намного больше, чем в других странах Юго-Восточной Азии. Здесь, например, сигналят не все время, как в том же Вьетнаме или Таиланде. Сигналом местные водители пользуются только при обгоне. Водители двухколесной техники также относительно немного, а вот машин как раз немало. И это при 130% ввозной пошлине. Цены на автомобили на Шри-Ланке ровно вдвое выше, чем в Украине, при гораздо более низком уровне доходов населения. Такие пошлины призваны ограничить рост автопарка. Думаю, когда дорожная сеть станет более совершенной, пошлины отменят, а пока некоторые автопроизводители открывают на острове сборочные заводы. Стать водителем на Шри-Ланке достаточно просто. Чтобы водить тук-тук, нужно заплатить за обучение 3000 рупий, потом еще 2000 при получении прав. Автомобильные права обойдутся дороже – 8000 рупий, плюс за права. Водить автобус получится только при наличии стажа 5 лет и дополнительного обучения, также не бесплатного. Автопарк Шри-Ланки – смесь всех азиатских марок с редким вкраплением европейских. Самые уважаемые бренды – Toyota и Nissan. Другие японцы таким авторитетом не пользуются. На дорогах довольно много подержанной техники страны восходящего солнца. Она более доступна, поэтому популярна. За последние годы появилось много корейских и китайских машин. Китайцы настойчиво пробиваются в коммерческий сектор. Тяжелые грузовики и развозные фургоны с эмблемами китайских брендов хорошо заметны в потоке. Но больше всего индийских марок. Tata и Mahindra – несомненные лидеры по объемам поставок на ланкийский рынок. Главное достоинство таких авто – цена. Полиция также выбирает индийские марки. Чаще других в характерном окрасе видел джипы «Скорпион». Ну и не смог пройти мимо самого дешевого автомобиля в мире – Tata Nano. По крайней мере, при поверхностном знакомстве этот продукт неприязни не вызывает. Ну, за такие-то деньги. А вот европейцев могут позволить себе только очень состоятельные ланкийцы. Проблема даже не в стоимости покупки, а в стоимости владения. Очень дорогой сервис и запчасти на европейские авто. В заключение пару слов о топливе. На Шри-Ланке две сети АЗС – государственная и индийская. В продаже два сорта бензина, аналоги наших 92-го и 95-го, а также дистопливо. Цена последнего – 8 гривен за литр, а самый дорогой бензин стоит около 11 гривен, так что здесь с Украиной полный паритет.
На сегодня это все. Через неделю я продолжу рассказ о чудесном острове Шри-Ланка. О том, что сам увидел и что стоит обязательно посмотреть. Так что не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла.